Я думаю, что я в свои 63 года изменить уже мало чего могу. Но мой призыв к молодежи – это ваша страна, это ваша Россия. Вам здесь жить, вам за нее краснеть или вам ею гордиться. И гордиться не пустопорожней брехней. Мы самое лучшее, мы самое прекрасное, мы там, мы. Ребята, а реальными делами посадили парк. Вот собрались вместе, молодежь, посадили парк. Вот это реальное дело. Пройдет 10 лет, 15 лет, деревья подрастут, ты будешь ходить мимо и говорить, вот я здесь дерево посадил. Вот это реальное дело. Нет, возьмут барабаны, и мы гордимся Россией, потому что она самая великая. Отлично, перессорились со всеми соседями, мы самые великие. У нас бездомных больше, чем в войну, мы самые великие. У нас пенсионеры не могут... Вот я на 9 мая помню эпизод. На Красной площади вручают цветы ветерану. И он такой радостный, что ребенок к нему подходит вручать цветы и улыбается во всю ширь. Ни одного зуба во рту. Можете вы увидеть ветерана немецкого или любой другой страны, у которого не было бы зубов во рту? Не увидите. Это о чем говорит? О том, что у нее нет денег даже на еду, не то что на зубы. Так вот этим можно гордиться? Нельзя этим гордиться. А чем можно гордиться? А тем, что мы своим трудом сделали нашим ветеранам, нашим старикам достойную жизнь. Мы, молодежь, да? Не я в свои 63, а вы, молодые. Поменяйте эту страну, сделайте ее так, чтобы она была примером для всех. Не примером, потому что мы самые страшные, у нас самые крутые ядерные болванки. Это и дурак может. А вот тем, что мы пропагандируем, допустим, русский язык. Все изучают Пушкина, все изучают Достоевского, все изучают Чехова. В других странах делают это охотно, потому что им это нравится. Любят русскую музыку, классическую в том числе, потому что им это нравится. Этим можно гордиться. Но для этого же надо, молодежь должна работать, а не в барабаны бить и дурака валять. Вот я бы призывал молодежь взять в руки эту страну, взять в руки эту страну и повести ее к новым высотам, чтобы мы все могли гордиться. И мы перед смертью сказали, да, вот все-таки это поколение оказалось, видите, какое молодцы какие. Спасибо большое.